Вот так-то врываемся с вами на бой третьей встречи сегодняшнего вечера. Атрибутс против AOXZE на наших с вами экранах. Ну что, будем смотреть. Атрибутс и AOXZE, в принципе, по последней встрече, я так понимаю, в этой игровой неделе. Конго вообще взял дробовичок, о котором он писал как раз таки на трансляции в чате. И посмотрим, как он разыграет. Он пройдет уже сейчас на миду. Мог он зайти на ивенты, кстати, где бы его уже встречали. Выход пошел. Вазик первый фраг нашел. И Вестейшн закрывает. Вейк также выходит на масс-вапе. Играл Вазик сейчас, и поэтому он погибает. Вейк нашел фраг и сразу же его отдал. Также выход на ивенты. Ютуб в упоре. Конго пытается попасть по Рензо. Раз, раз, раз. Ну и Рензо на ответе. Дал ему пачку. Фонтан, Вори. Вдвоем остались. Кори. Поход в тэшку. Ну и будет выход параллельный. Поешки хорошие летают от обороны. 20 построит фонтан, он погибает. Сейчас в упоре Вори также должен будет погибнуть, наверное, но находит фраг по Фрейду сейчас. Пролетели. Поешки от него мета. Так, а он погибает. Вори молодец, отличного фрага. И сейчас ситуация 1-2. Райден Фланту. Готов его ждать. Фактически, ребята, друг на друга сейчас смотрят, но в спину вышел Рензо и нашел к нему фраг. Первый в копейке в AOXZE. Ну и это только начало. Начало миссии. Передай привет Конгу от KD. Ну, на смене, надеюсь, не забуду и передам. Ну а так в... голос я передал. Вейк, выпад в сторону Плантауна. Шутлык вырывается просто на характере. Вейк... вместе с Эвастейшеном, уже в Альфе, Эва, нашел фраг по Райдену. И атака также сюда перемещается, и оборона должна уже быть здесь. Фрид перетяжку с моста оформляет, но ему очень много времени понадобится, чтобы как раз-таки дойти до Т-шки, выйти далее в Альфу и помочь тиммейтам в выбивании. Потому что Альфа уже установлена, Конга, выход по боковой. На Фрида поднимается, Фрид его слышно, но попасть пока что не удается, ни тому, ни другому. Фрида все-таки выбивают. Эвастейшен нашел фраг по нему, Метака и Рензо вдвоем. Метака Майами, его пока что не зачекрено, вот он хорошо, прекрасно, даже всех видит. Фраг нашел, может Метака также зацепить, но на выход в спину от Фонтана он не переживает. Рензо последний, на бомсайде слышит человека, ставит ему пачку, но погибает от рук Эвастейшена. Раунд также получает атрибут. Итак, потеря хая в сторону медла. И смоки также разлетелись по всей карте. В принципе, сейчас все закидано. Так, Метока на медле. Пытался агрессивно поиграть против атаки. Вори погибает от хаешки, которую раскинул Рензо, который выходит еще на аркаду нуля. Рензо пытается на характере дать минус чипа. Фонтан у него получается это сделать. Конго с дробиком. Погибает с дробиком. Все неплохо. Но он... легко относится к этой игре, к этой встрече, и дробик, в принципе, просто девайс выходного дня, так скажем, наверное. Рензо, попытка входа на Т-шку, его пресекают. И так, аркада также на Т-шку, с другой стороны просто и Фрид заходит за спину, пытается игроки AOXZE зажать своих оппонентов, но Вейк 2 минуса дал, но он также успешно и погибает в пользу AOXZE, которые ведут уже 2-1. Начало миссии, начало следующего раунда. Так, обновлю чатик здесь. Ставочки также пошли. Окей, взрывается дробик, слышу. Но пока что без успеха. На винтах движуха идет. Рензо встречает первого, встречает второго, встречает третьего. Вори также может погибнуть сейчас. Рензо на характере пытается дожать уже последнего оппонента на этой позиции. Но не получается. На 2 месяца, конечно, неплохо отдал. Погиб. Хороший размен. Фрид облегчает ситуацию сейчас для атаки, взрывая сам себя. Красавчик. Так, выход. Конго погибает. Так, нашел фраг. Ну и на винты перетяжка. Фонтан. Пойдет ли со своим тиммейтом, или же пойдет мидл пытаться открывать. Но выходит на мидл. И, кстати, Вори также идет на эту позицию, пытается выйти на бету в целом. Игроки атаки сейчас. Перетяжка от обороны вот-вот идет. Райден и Битака. Мечется на пятерке пока что. Но они пойдут рано или поздно, потому что бомба будет установлена. И на бете Фонтан уже занимается постановкой как раз таки. На перемещении Райден. Итак, хаешка пролетела в сторону плента, 70 хп. Но Фонтан жив. Итак, чек через щель в железке. Но остается последний. Вори сейчас заходит в дом и ставит прямо пачку Вазик.
будет минирование бомбы и забирать для себя таким образом игроки АОХЗ уже 3-1. Бомба деактивирована. Миссия 3-1, провалена. И уверенно идут вперед игроки АОХЗ, могут набирать и набирать раунды, дойти до пятерочки, там уже будет большая проблема для атрибутов. Раскиды ХЕ, притерение в сторону перемычки, в горе, без таких в винты, но там Райнзен на раскиде ХЕ как раз таки так же играет, не успевает взорвать ее под ноги воре. Ну и поражал на дорогу ХЕшку хорошую, увидел такую фрит и понимает о том, что эту позицию сейчас отпускают. И возможность для фрида выйти в спину и выбить, к примеру, фонтан. Но фонтан пока что вот открыт, проверяет, да, позиция нуля. Но вот Фрид как раз таки выходит. Фрид не успеет немножечко, но ничего страшного, он также может выйти в спину в дальнейшем. Вори на винтах топает, слышит, это Рензо. Кстати, Фрид уже как раз таки открылся, замечает Вейка, попытался зацепить, а Вейк ли его заметил? Наверное, заметил, потому что Вори как раз таки по инфе открылся на 0. Прости, ДХЕ пошли, Вейк уже в упоре получает демедж от Фрида. Первый минус есть, на винтах игра против Рензо, забирает сейчас фраг Вори и выход на мидл. Там уже его встречает метак, сейчас размены пошли, Фрид еще забирает игру против Фонтана. И Вестейшн открывается на боковой, сейчас его также хоронили. Конга последний с дробиком. Конга с дробиком, Конга с дробиком. Забирает Фрида. 1-3 сейчас ситуация. Притяжка от него на боковую. Конга аккуратно подкрадывается. Выхода на боковую. Пытается дать демедж на бунта. Там Вестик. Вестик опять походу вылетел. Просто смотрю, он встал. Я уже подумал о том, что его опять можно хоронить. Но в любом случае забирает раунд. А у Экзен вот интернет-соединение у Вестика оставляет желать лучшего. Вейзик, двигайся. Вейзик. Но они же видели, что он вылетел, но походу они просто забили на него. Метака. Ладно. Походу решают играть вчетвером, ребята. Но вот Фрид находит меня сейчас по фонтану. Вейк проходит. Пытался попасть нему. По нему Фрид, но не получается. Пока что, кстати, пропустили уже Конга под мидл. Сейчас он проходит, раскидывает ХЕ. Фрид на отход. Очередную. Рензо погибает на защите винтов, в принципе. Обычно, по крайней мере, там играет, но кажется, крестики я видел на нолике, поэтому ситуация сейчас такова, что 3-3. Фрид заходит в дом. Пока что никого не замечает. Там Вейк аккуратно проходит по дороге. И в горе на винтах открывается сейчас. А в это время Вейк, попытка захода в дом. В спину. Фрид заметил его, просто фликанул сейчас в его сторону. Отличный фрайт от него сейчас. И постановка будет бомбы в Альфе. Вори на винтах будет оказывать поддержку своим тиммейтам. В это время возвращается как раз таки еще и Войсик. Поэтому следующий раунд они проведут также вместе, если его только не заберет сейчас АОХЗ, и смысла в этом просто не было бы. Окей, Эвастейшн. И Вори сейчас слышит выход от Фрида на стороне готов. Фрид минусует сейчас Вори. Выход от обороны в сторону Эвастейшна, который находит фраг сейчас по метака. 1-2. Фрид и Райден накаляют его. И еще один раунд от АОХЗ, они его забирают, пятерку также оформляют, 5-1. Хорошая игра от Фреда сейчас была, хорошие флики. Отлично попадал с кемпы, молодец. 5-1 сейчас для АОшек, это очень здорово. Два раунда забирают и победа. Так, ставки шли достаточно долго, поэтому кто хотел, тот мог поставить. Ну и будем смотреть далее. Дробик от Конга. Вот как-то немножко без КПД проходит. Особо его и не видно. Данным девайсом. Ну посмотрим, может на смене сторон у них что-то получится сейчас. Потому что 5-1 и в атаке АОшки сейчас могут просто задавить своего оппонента какими-то агрессивными раундами. Посмотрим. Так, Войзик двигается, это хорошо. Значит, он не вылетел. Очевидно, но просто уже на протяжении этого вечера пару раз так он вылетел. Итак, раскиды ХЕ куда-то вообще в космос одна улетела. Ну, наш Ару, походу, кинул. Так, игра против винтов, Фрид дуалами. Игра против Конго, и он его забирает. Также на ХЕшке. Ой, это просто минус 3 уже было в считанные секунды. Вестейшн играет на размене. Фонтан, каленый, игра против Альфа, где играет Рензо. Наживы от него очередные, погибает сейчас Фонтан. Остается Вестейшн последний на бете. В принципе, смотрится через решетки, понимает то, что ситуация ГБЛа. Райдна разбивает бочку. Выход против Вестейшна. Он его, походу, заметил, да, ХАИшка пролетела и забирает его спокойно. Посмертно, конечно, но забирает.
Раунд для УХЗ минимум. Топ они заработали, провалена. Но я думаю, этим все не закончится. Начало миссии. Так, пролетели ХАЕ в сторону Т-шки. Где-то 2 или 3 штуки так точно улетели. Райнза спокойно должен, наверное, пробегать. И, ой-ой-ой, на последнем тайминге, в принципе, он это смог сделать. Выход от него будет на альфа. Слышит, наверное, на боковую. И на 2 кейса один молодой человек, который должен будет его принимать. Пролетели ХАЕшки, должен быть выход от Райнза. Но все-таки смог спрятаться за дверью. Выход есть. Фонтана забирает сейчас. Вейк возвращается в плент. И забирает все-таки сейчас выход от Райнза. Так, Райвен на выходе под мост. Там его Эва Стейшн пытается встретить под ХАЕшку. Не попался на нее и пока что жив. Вазик правильно забирает Конга, Вейк на размене. И Эвастейшн все-таки смог уйти от Райдена. Фрид минус по воре, на перетяжке. Фрид закрывает также еще и плент, остается последний Вейк, который с альфа перетяжку ведет под бет. Но Фрид его также встречает. Можно, кстати, в пиксель между ящей попасть. Что это, он просто скидывает девайс. Попытка забайтить. Разрывка против Фрида оказывается смертью. Победа для ОХЗ на этой карте так точно есть. И далее смотрим за формальными раундами. Плюс какая вторая карта? Давайте посмотрим. Такс. Прованс. Прованс будет следующей картой. И будут за деф начинать у нас игроки от Рубиса. Ну, а пошли выходы. Агрессивные. Рэндами. Так, она ходит по фрагу для себя. Эвастейшн. Единственный фуловый. 18 хп у Вори, который нашел фраг. Так, на 8 он, походу, не видел Вазика. А Вазика как раз заметил. Поставил пачку. Эвастейшн последний. Идет на перестойку с Вазиком. Теряет хп, Вазик погибает. Ну, 1-2, пролетели хаечки в сторону 5. Ой-ой, они очень хорошо взлетают. И просто минус 1 получает сейчас Эвастейшн. А вот по Фриду услышал, как тот с хаечки свапы делал. Фрид. Очередная хае пролетела и погибает сейчас Фрид. Но Эвастейшн жив, и он будет минировать бомбу. Забирать раунд также. Для атрибутов это второй раунд в сумме. Но они по-прежнему... Бомба деактивирована. Ведут. Миссия успешна. Начало миссии. Не забыл, не забыл. Рафик, не забыл. Так. Фрид, заход в винты, там Конга и дробик. Дробик вообще от Конга не работает. Конга, ну что такое? Брабо тогда уж МП-9 лучше. Толкают уже, да, этот девайс, в который раз Эвастейшн через бочку просто ставит сейчас пачку по Вейзику. Я его сейчас тоже должна быть закрывать, потому что 15 хп, инфа по нему имеется, да. Закрывает сейчас Эвастейшна. А Ошки забирают еще один раунд для себя. Это 8-й в их активе. Начало миссии. Итак. Смотрим за очередным раундом. Ну и атака-то у ХЗ, опять же, приходится на винты. Конга и дробик его, Конга и дробик его! Не работает в очередной раз. Вот а дробик вообще не торт в руках Конга. Ни фрага пока что не получается выдать. Попытка откинуть дэмэдж в сторону винтов. И уходит Райден сейчас. Решение с команды, куда пойдет вот в итоге. Походу будет выход на бету. Так, а на 8 поднимается там рядом Эвастейшн, который слышит, в принципе, весь движ, который проходит как раз-таки под его позициями. Так, а на 8 поднимает инфу о Эвастейшн, закрывает его спокойно. Фонтан на перетяжке, на ножах, естественно, погибает. Вейк последний, его также закрывает еще один раунд для ОХЗ, он уже будет предпоследним. Ошки просто фанятся с ножом, хаи. Ну да, тут просто дробь даже берут в условиях того, что там аккумуляторы включены. Как бы, да, в этой, по крайней мере, карте. Так точно. Ну что, Фрид опен дает и сразу же погибает Рэнд также в ответ. Выход не так, а на винтах. Пошел выход, нажимает ВКУМ, и вот Конга, дробик. На одного находит, Фрид также пытался поднять его девайс. Но успеха не нашел в этом, 2 в 2 ситуация. Вейк на пути выстрелов для Райдена. Фонтана потерял Вейк. 34 хп, будет выход на винты. Ну и бомба установлена на бете. Райден теперь сам взял дробик. Али, оп. И Вазик закрывает сейчас своего оппонента. А вот и такое получили. 10-2. Именно такой счет сейчас является победным для атрибутс. Ой, атрибутс, что? Я вообще куда смотрю? Я смотрел на ОХЗ, точнее смотрел на атрибутс, сказал их, выиграли ОХЗ.
простите за дезинфу, но мы сейчас подведем итоги поставкам 10.2 на AlexZ на ВВГ. Так. Александр Иванов, в личные сообщения мне напиши, пожалуйста. На контакте ты свою ставку выиграл. Так, и 10.2 на ютубчике нету. Понимаю. Поехали. Так. AlexZ. Ждем бой на next mapе, да. Ну, хотелось бы увидеть. Так, Александр Иванов, я тебя озвучил, да, пиши в личку, а на ютубчик я скину два кодика. Итак, атрибуция начинает в обороне и, в свою очередь, ошки в атаке, которую мы сейчас поставим. Карту, да, Рензо нашел уже open фраг по Конго. Конго погибает, забирая фраг также в ответ, уже минус 2 для атаки имеется, они проходят далее на арке. Сейчас атака замечает сейчас Вейка, но Вейк оказался сильнее. Забирает он по нему фраг, подходящий Фрид выходит, забирает Вейка. И также погибает у нас еще и Фонтан, у нас тут последний Вастейшн. Он проходит в сторону Бэйта, на который выходит атака, но и там будет должна установлена бомба. Да, Вейк выходит на постановку, кстати, отсюда можно спокойно в плен бросить. Я сейчас думал, то, что Вастейшн вылетел. Опасненько. Бомба была установлена. Нашу против Вастейшена, который он переживает сначала. Но дроп его закрыли. Так, в YouTube я скинул пару кодиков. Да, немножко времени потратил на это, чтобы отвлечься, но чтобы не забыть. Так, вори на открытие, на спаун террористов. И плачка. Плачка от Фонтана была по Райдену. Вейк. Открытие под зигу, там же Вейк. Попытка выбить, но не получается. 3-3 ситуация. Вейк погибает. И Фрид Карен после него остался. Метака выход в спину со стороны арок. И 3-2 ситуация. Можно опять же ставить бойт сейчас. Бомбсайт открыт. Вестейшн и перемещение с переулка. И Конго попытка зайти в спину через фонтан. Пробежать. Ну вот, бомба, да, установлена. Полетели хаешки. Кстати, они походу под войзика, да. И один с КП оставляет ему сейчас, но он жив. Взял орел. Еще одна хаешка от Вестейшна в плент. И закрывает еще и Вейзика сейчас. Все-таки, но Конго в спину его сейчас ловит Метака, и Вейстейшн последний. Но, к сожалению, Хая больше не осталось у Вейстейшна, поэтому так уже больше не забрать. Эва аккуратно проходит под склады. Бомба была установлена. Бомба была установлена. Итак, чекает. Замечает его, нашивает. На самом родом остается. Вот какой-то такой выход странный, конечно. Но попытается вообще на нож, я так понимаю, посадить на 20 секунд. Или так, но они просто дарят раунд. Так, конечно, дело не делается. 1-1 счет на табло становится. Все-таки задонатили, да. Сейчас салашки раунд атрибуется. Бомба деактивирована. Ну, это уже исключительный фан. Миссия успешна. Это беда, с одной стороны. Ладно, смотрим далее. Итак, проходы со стороны обороны в игру против Зиги, на которой также выходит Райден и Фрид. Попытка их убить будет. Фонтан получает пачку от Фрида. Также еще попытался Фрид выйти на второго, чтобы попытаться ему дать. Но уже тиммейт забирает Вори и Вестейшн двоим остаются в Вори под нашивом от Фрида. Погибает. Вестейшн также успешно. Он вроде бы же видел его. Но он... маловероятно, но там на секундочку, на долю секундочки он появился у него на экране, но не успел среагировать так или иначе. Вестейшн погибает. 2-1 для AlexZ. Так, протери Хае. Вре попытка выхода будет против Райдена, который может открыться там, но поднимается там еще и Рензо. Наши против Фрида, Вори, аккуратненько стрейфом забирает его сейчас. И отлично было. И дропается еще также на Рензо, забирает 2 балкил. В этом раунде так оставит уже тем временем на Альфе и Райден. Рядом, ну, на Зиге, на поддержке. Он пытается тянуть сейчас оборону. Нашив против Конго. Немножко его накалил, конечно, но погибает он. И оставляет Метака в ситуации 1-3. В переулке он находится. Вот она замечает и погибает сейчас от его рук Метака. Будет минирована бомба. И второй раунд заберут игроки атрибуции.
Бомба деактивирована. Бомба деактивирована, да. Миссия Серега успешна. Опять накаляет. Кстати, в плане того, что ставки открою сегодня или нет, но вот Россия открыл. И это хорошо. Так, 2-2. 2-2. Забрали раунд атрибут сейчас. Вейзик дал пачку по фонтану. Слышно, там нашил и снизу от Рэнс, который в сторону ковров открыл дэмэдж. Инвестейшн там сидит на хаешке, погибает. Метака, Фрид находит по фрагу для себя. Вори на размене играет, закрывая Фрида. Но Райден играет также на размене, закрывая выход Конга. И Вори последний. Против четверых. Информации по нему пока что нет, но просто бомбу поставит и пускай сам идет. Или же есть инфа все-таки. Походу есть. Вори. Игра на мосту, да, его точное местоположение известно. Ну, Вори надо идти убивать, бомба стоит, и как бы в сторону плента он даже пока что и не двигается. Убил Рэнза, это хорошо, но... Плент надо тоже выходить. Да, он идет, в принципе, в сторону Альфы, на которой установлена бомба. Райден рядом, он ставит пачку сейчас по Вори. Раунд забирают АОшки. Начало миссии. Да, я вижу, уже тут двое человек поставили одну и ту же ставку. Поэтому, ребята... Иди, ты не успел как раз-таки. Лаки быстрее поставил эту ставку. Поэтому он выиграет, если вдруг счет таковым будет являться. Эвестейшн минус по метакам. 3 в 5 сейчас ситуация. Эврензан на открытие позиции. Вори погибает. И стрейф от Ренза. Вот такие вот стрейфы примерно. Они очень болезненные. Конг скрывает сейчас выход от Ренза. 2 в 4, 2 в 3 точнее ситуация. Выход по коврам от Райдена. Открывается плент. Пока что никого не замечает. Слышу, достается бомба. Да, выск, потому что ставит на Альфе, но он остается последний. Эвестейшн закрыт с хаешкой Райдена сейчас. 1-3. И оборона должна идти уже на бомбсайт А. Вызик. На парыча. Пока что его никто не заметил, но он сейчас замечает сам Конга. И Конга, а где дробовичок? Наигрался, походу, он. Ну, попробовал. Бомба деактивирована. Бомба деактивирована. Раунд для обороны, 3-3, счет на табло. Смотрим далее. В плотничком идут по счету, но АОшки фанятся. Дело-то в этом. То есть они сейчас вообще расслабленно играют. Они прям вообще не напрягаются, просто идут, просто стреляют, пытаются, по крайней мере. Вори минус 2 дает сейчас очень хороших по метаку, и Рейнза пытается стать на арке. У него это получается сделать 3 в 4 ситуация. Полетели хаечки от Фрида на сторону ковров. Выход в спину к двоим оппонентам. Забирает сейчас Вори. На свапе играет и забирает сейчас по фонтану фраг. 3 в 2. И перетяжка на Бету. От обороны. Эво уже ловит пачку от Вейзика. И сейчас Вейк последний. Один против троих. Пока что местоположение его, в принципе, неизвестно. Но он на складу находится и ожидает прохода со стороны атаки, которые не двигаются практически. На нож хочет посадить Фрид. Кстати, может. Очень рядом Вейк. Который убивает все-таки Фрида. Инфу обновили по Вейку. Будут пытаться выбивать, взяли хаешки, нашивы. Но Вейк пока что жив. Дроп на Вейзика, забирает прямо фраг. Ну и Райден тоже что ли на нож хочет играть. Но так дело не нужно, лучше делать. Все-таки погибает сейчас Вейк. А уж забирает раунд, 4-3. Там пишут, у нас это низ, да, у нас это в атрибут. Забавно общаются ребята. Так. Смотрим за проходом. Оп, метака уже подаль, в принципе, готов заходить за спину. Тут никого нет, со стороны обороны, в принципе, они просто все убегают. В переулке находился Вестейшн, он отдает, в принципе, позиции Альфы для постановки. Там метака сидит на столбах и ждет. Свапы девайсы, ребята, тут все в порядке. И получает от голове сейчас Вейк. Эту пачку слышно было по всей карте. Также получает и Фонтан. Также может еще получить Ворина. Он просто погибает сейчас. И Вестейшн последний. Игра против Фрида, который вроде бы как опять на нож хочет посадить. Крадется Виталий. Виталий крадется. Хочет найти фраг, но идет не в ту сторону. Вестейшн сидит, сейвит девайс на складу.
смотрит в сторону переулка, там никого нету, в домике тоже никого нету. Один замечает и должен быть закрывать, да, у него получается это сделать. Очередной раунд получает для себя игроки AOXZ, а именно пятый. Таким счетом они переходят на смену сторон. Ну, тяжело, знаете, проникаться как-то этой встречи, когда уже видно, что АОшки фанятся, в принципе. Так, а почему картинка? Да, вот все. АОшки фанятся, атрибуты тоже, в принципе, отвечают, но вот по типу Конга, который берет дробик. Встреча несколько несерьезная, но мы в любом случае смотрим. И надеемся увидеть что-то интересное, но, по крайней мере, перестрелки, какие-то хаешки такие можно увидеть будет. Station. Что-то залез в перки, поменял. Пришли, кстати, по... Точнее, скин. Очень красивенький, в принципе, комикс. Не знаю, мне нравится. Аниме! Подготовка к началу игры. Отчет пошел. Начало раунда. Первого. Все живы-здоровы, все прогрузились вроде бы как. Кроме Вори. Вори. Смотрим на ноги. Да, он прогрузился, просто он от компа отошел, что ли? Играй давай. Полетели. Хаешки в сторону альфы. Райден играет на приеме. Сейчас на него атака может выйти, в принципе, но... Он аккуратно проходит по мосту. И вот чекнул Вейзик. Минус от Райдена по фонтану. Вори, попытка пика против окна. Там Вейзик играет. Нашего также с респауна пошли. Конго ставит все-таки пачку по Вейзику. Получает по голове Эвастейшн. Вори, перестрелка против Парача. Рейнза. Аккуратно пикает. Но идет Вори на помощь к Вейку, который ожидает также прохода на Бету и Конга. Попытка открытия, опять же, Парыча, но разобайте. В это время сейчас оборона закрывает всю атаку, которая проходит под Бету, но остается Вори, который пытался Фрида выключить, но это сделать получилось. Хаешка под свой же выход, в принципе, но там ожидал он просто оппонента увидеть. Ренза выходит, получает пачку. 1-2 ситуация, сменяет девайс Вори и получает по голове. По итогу сейчас шестой раунд за АОшками. Это двойное преимущество для них. Но еще 3 раунда нужно для победы. Но опять же, не серьезная игра, но... Окей. Илюха, что с атрибутами? Может быть, ты знаешь, раньше они так АОшкам проигрывали. А сейчас ноунеймы их выигрывают даже на боевых буднях. Ну, во-первых, что очевидно, это состав, ротации его. Нет плана, нету соу. И вместо них Конга и Фонтан. Поэтому время нужно на разыгровочку состава, чтобы они вот вместе именно сплотили, чтобы они почувствовали свою игру и уже на этом набирали какую-то массу. Это все дело времени. В принципе, так, Вейк. Нарастить смоков, его чуть было дело не поймали, но Вейзика все-таки они хоронят вместе с Вори. Выход, возможно, на бету. Конга, игра на мосту, сейчас Рензо попытается его поймать. Пачку ставит Конга. Хорошо. Ковбой на Рензо. Курьер рудовый, Вейк также, Фонтан или Штеркфоловый, который выходит сейчас на КВ, замечает его метак и хоронит также, но и рудовые два тиммейта смотрят в сторону беты, хотят на нее пройти. Вори, смещение по аркам, Рейнза в спину заходит, ну и забирает спокойно также своего оппонента, еще раз стреляет все стенки, все пулечки, также выдает. Седьмой раунд за АОшками. Пишет Конго, и кто играет за Рейнза? Ну, Рензо сейчас плотно ставил. Вот такой. Ну, просто ребята сейчас уже расслабленно играют. В принципе, проблем нет. Рензо уже понимает свою судьбу. Просто бежал и расслабился. Эвастейшн и Вейк нашли по фрагу для себя. Играет Райден на размене. И сейчас Альфу прошли игроки атаки. Могут ставить и закрываться. А уж идет на выдувание. Вейзик фраг находит. Может еще и дабл на типа Конга. Попытки нашего в сторону столбов. Теряет метака, Вейзик, последний, идет на убивание, его хоронят, Эвастейшн, отличные минуса, и которые приводят к четвертому раунду. В сумме, первому на стороне атаки для них, ну и против семи от АОшек они играют далее. Вори игра с кемпой, против окна сейчас будет пытаться ловить Вейзик, я так понимаю. Вейзик понимает о том, что кемпа против него, попытается также высечь. Но это опасно. Опасно, но 28 хп уже остается у Вори. И там выход от Вейка в упор. Вейзик убивает Вори, но сейчас тоже будет погибать, да, от рук Вейка, который зашел ему за спину.
Там парни идут так на Альфу, Эва ставит пачку по Рейнза. 3-4 ситуация. Райден попытается зажать сейчас вдвоем. Райден пытается сделать дэмэджем против Эва Стейшена, но в спину Вейка он, походу, не ожидал. 4-2. Атака уже на Альфе, может ставить бомбу. Метака на размене играет, закрывая Вейка сейчас. И Фрид выходит на перестрелку против Мантия Киллера. Хайер раскидывает. Конго должен будет закрывать, наверное, под Хайе. Да, отлично. Еще может по фонтану дать минус. Полетел Хайе очередная, но это было немножко опрометчиво. Просто рассчитывать на то, что с одной Хаешки так легко заберешь и тебя так отпустят. Метака, последняя игра против двоих. Перемещение от атаки как раз таки приходится на бету. Куда идет Метака? Метака на ножах сейчас готов встречать фонтана, который выходит, забирает он его. И Эвастейшн, колен 23 хп. Метака рядом, слышать его должен Эвастейшн. То, что по аркам есть перемещение. Метака. Метака выходит. Есть инфа для него на том, что Эва сейчас готов выходить в сторону бета. Эвастейшн под ковры идет. Будет выходить в сторону бомбсайда. Метака обходит полкарты, но все-таки выйдет со складов, скорее всего, на бету, который устанавливает сейчас Эвастейшн. Атака, заход в домик. Бомба была установлена. Поднимается, сейчас он будет дроп от него. Эва, мог его услышать, в принципе. Идет аккуратно на контроле под бомбсайдом. Так проходит, и все-таки закрывает Эва Стейшена. Немножко не хватило Эва, но пытался. 8-й раунд для Ошек. Двойное преимущество для них также имеется. Все девайсы тут практически собрал. РБ, АУА, трясы. Отлично. Отлично для обороны. Восьмерочка есть в их активе. Ну и близится, ребята, к победе. Миссия провалена. Потому что остался один раунд для того, чтобы победить. И они это смогут, в принципе, сделать. И могут, наверное, как-то даже поражать и агрессивно разыграть. Вейзик выходит на аркаду. С кемпой. Попытку перетяжки словить. Атака решает пройти под Альфу. Так, Вейзик. Будет пытаться ловить все это дело. Замещает Вейка, находит по нему фраг. Горе перемещение. Его закрывает Фрид. Рейнс также закрывает Конга. Попытку его выхода он остановил. Эвастейшн сидит на лавочке, как бы отдыхает. Все у него хорошо. Ну и попытается на нож, наверное, словить. Фрид выходит под хае. Попытается словить, но нет, не получается. А последний 18 хп его хоронят. И победный раунд есть для Ошек. И они выигрывают эту встречу. 9-4, остается последний формальный раунд, возможно, как раз таки для OXZ. Посмотрим. Нашел нашу сторону окна, там Райден. Райден рядом также на пароче играет. Конго потерял свой хп немножко, Вейк. Раскид хае против Вейзика. Вейзик ловит сейчас Вори, который просто замешкался на попытке выхода под мост. Хае. Вейзик пытается поймать, но не получается. Сейчас это Вейк последний вовсе. И минус по Райден так ждет, отлично. Минус 2 в этом раунде, на 18 хп, и он последний, его идут выдавливать. Минус находит, и АОшка выигрывает, счет 10-4, он итоговым является. И победила вторую карту даже за себя забрали, команда. Победили AOXS, с чем мы их и также поздравляем. Ну и будем выбирать победителя на чате, я думаю, он найдется. Такс. ГГ пишет Конго, выходит, все, комната освобождается, но смотрим. Так, 10-4 за AOXS. Дэви, напиши мне в личку, я тебе код дам. А тут и там расстроился, что не смог активировать код, не успел по факту. По сути, так оно и является. И на контакте. 10-4 ставил Захар Стужук. Жду тебя в личное сообщение в контакте. И Дэви, да, не забудь написать. Ну, хоть скриншот личной записи, точнее, личного аккаунта на Ютубе, также тебя жду, и кодик я тебе скину. Ну что, подошла неделя к концу. Легендарный дивизион имеет ряд команд, которые выходят вперед. И сейчас, по крайней мере, по необновленной статистике можно заявить, что ГВП 15 очей, самолет 15, АОшки 15 и винтажи 12. Ну вот АОшки сейчас 18 будет иметь, это точно, в принципе, примерно такая статистика. Атрибуты забрали 3 очка для себя, девятку они сейчас имеют. Это все дело вы можете проверить на сайте arenafagame.com, что я сейчас озвучиваю. Также подписывайтесь на паблик ВКонтакте, PM Blanket Sport Official Public. Там все новости касательно киберспорта в PM Blanket находятся. Также на YouTube PM Blanket.ru подписывайтесь. И всех благодарю за сегодняшний вечер. И до среды, я так полагаю, да? Следите за новостями. Всем пока!